Вот я тут распаковала. Метафорические ассоциативные карты называются. Это инструмент для работы с подсознанием, психологическими состояниями. Смотрите, какая красота. Вот, есть красивые, легкие карты, есть вообще, ну, такие, о боже, сложные состояния, да, какие-то даже где-то жесть полная. Вот, например, да, ну, человек вытягивает в основном то, что ему сейчас коррелирует с ним, то есть резонирует, и, ну, эти карты очень красиво показывают то, что с ним сейчас происходит. А вот к ним, допустим, вот такое обрамление. Смотрите, как красиво, очаровательно.